Это вот гуся с нашей усадьбы. Ну, а. Теги, теги, теги. Ой, теги, ой, теги. Ой, теги, теги, теги. Ну-ка, ну-ка. Хорошо, хорошо. Ой, 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 ой. Бог в помощь вам. Кто как приходит, кто с собаками. Люда пришла с такой же красивой собачкой. А никто, ты смотри, руки опять на себя. А я с теленком. С теленком пришла прошла, а сейчас с гусями, стаи гусей. А гуси, они сами голос услышали. Но главное, за тобой пришли, а не за чужим. Ну еще, еще. А, что такое? Ой, 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 ой. Ну еще. Так, поехал. Поехал. Мы сегодня на Храмовом пруду капканы снял. Вначале копать две норы, и не близко друг к другу. Сейчас раскапываем. И сошлись на середине трассы, на середине плотины сошлись. И он нашел там, где у него кухня, комната. Я сейчас дал фотоаппарат, светить буду, сфотографировать. Обошел с той и с другой стороны, чуть не 3 часа ходил. Нашел 3 плотины, делают они как. Втыкают все, грязью замазывают и уровень воды поднимают у себя. Вообще, как в книгах пишут, все так и есть. Бобры? Бобры. Ветла какая лежит на боку, все попилено. И чурочки домой прикатывают. Сколько на зиму требуется? 30 кубометров, Леша, посчитай. 30 кубометров. Мы так это, говорит, на зиму. Ты все время на себя чистишь. Ну, да? Вот отсюда бери. Нет, так. Ну, бери отсюда, говорю. Уже кончаем все, Игнат Тихонович. Люба, зачем ты так опасно делаешь? Я в живот. Нет, не надо. Вот так. Так не то. Я пришел, когда сейчас мы забутим там, засаманим, взять замазки, ему туда в нору залить. А его бобриха-то не пустит с таким запахом. Скажет, ты где шлялся, трактористом стал? К бобру. Все, все. А? Но. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да хорошенькая собачка. Чего, гуси, за хозяйкой пришли? А ну-ка, Люба, крикни, им они подойдут, нет? Тега, 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 тега. Тега, 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 тега. В другую сторону. Они домой, думают, что домой бежать. У нас котенок растет, палевый. И как за стол садится, у меня маленький звоночек, при ребятишках зазвоним, ребятишки знают. А ей дают 2 гальяна под столом. Ну и сегодня звоню, ее нигде нет. А она прибежала, уже сидит заранее, по времени, под столом-то. И она звонок-то услышала, не знает, куда бежать. Метнулась на кухню, обратно. Ой, ой, ой. Ну, бобров надо ловить, а? Надо Ньюфаундленда заводить. А то ныряет собаки. Так. Ну еще сказать. Гуси, гуси, га-га-га. На нашу.